Я за великую Россию однозначно. Я верю в нашу страну. И я даже, можно сказать, знаю, что нас ждет великое будущее. Но как мы придем к этому величию, это вопрос. И опять же скажу, что к нему можно прийти через определенные ситуации, которые могут у нас произойти в ближайшее время. Я мог бы сказать, так, отвлеченно на пророчество, которое существует, которое говорят старцы на Афоне. Очень часто бываю на Афоне и встречаюсь со старцами. Так вот, они говорят все в один голос, начиная с Паисия Святогорца и заканчивая отцом Рафаилом Берестовым. Все говорят в один голос, что ждет будущее величия России. Но она должна пройти через очень тяжелые испытания. А то, что Россия будет велика, это, конечно, однозначно.